Жизнь артиста расписана по минутам. Гастроли, концерты. Каждый день они просыпаются в новом городе или стране. Но голосуют звезды в родном Одинцовском районе. Ирина Аллегрова, императрица российской эстрады, подчеркнула, что не пропустила ни одни выборы. Певица пришла на избирательный участок в кампус МГИМО и сделала свой выбор. Я девушка очень правдивая, но сейчас особое время. Особое время, когда важен каждый голос. Поэтому от всей души пришла и сделала это. Денис Майданов, заслуженный артист России, не пропускает ни одно общественно-политическое мероприятие. Его песня «Флаг моего государства» звучит на самых больших концертных площадках страны. Денис вместе с супругой и детьми пришел на избирательный участок. Для семьи Майдановых это важный день. День, когда страна выбирает президента. У меня дочке 9 лет, сыну 4. И это наше будущее. И я хотел бы, чтобы будущее моих детей было успешным. Для этого они должны заниматься образованием, а я как отец должен сделать все, чтобы они это образование получали и развивались активно и успешно. В день выборов Дмитрий и Полина Дебровы отложили все дела, чтобы успеть проголосовать. Супруги воспитывают 3 сыновей. Младшему скоро исполнится 3 года. Они понимают, что от их выбора зависит будущее детей. Надо будет перед детьми-то ведь держать ответ рано или поздно. А что ж ты, папа, профукал? А что ж ты, папа-то, на выборы не пошел? И папа не найдет, что ответить. Поэтому мы с женой взяли и пришли. Артисты – обычные люди, все равны. Они выбирают будущее своей страны. Все, кто пришел 18 марта на избирательные участки – граждане своего государства. Именно они составляют сильное ядро России. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, Станислав Трифонов, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».